Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Играть сразу с лету, прям вот с лету, не посмотрев нифига, сразу идем в игру. Спрумзры, полегче, это моя первая игра. Вот так он себе написал. Я тебе сейчас устрою такой полегче. Что там у нас? Три ксили, карта с наибольшей силой, понятно. Сюда пока нам нечего ставить. У нас есть броня. Может снэпнуться? Давай снэпнемся. Шуганем его слегка. С легонцушки. Так, после третьего хода все карты здесь превращаются в карту Халка. Вот это вот уже поинтереснее будет. А прикинь, у него Шанг-Чи есть. И что тогда? И тогда все. Фокус не удался. Да, он даже почему-то, ребят, не расстраивается по этому поводу. Видно, у него действительно есть там что-то такое, что можно мне противопоставить. Здесь карты нельзя уничтожить. Нифига у нас тут. Ну что, сдуем эту вшивку? Я думаю, сдуем. Агенту здесь делать нечего. Поларис. Блин! Он что, он как будто знал. Ладно, мы в Халка сейчас превратимся в любом случае. Так, ну что, подожди, у Поларис постоянный эффект? Нет, у нее при раскрытии. Уничтожить мне ее нельзя, верно? Верно. Давай так вот сделаем. Руги. Так. Что мы здесь можем делать? Можем сделать вот так вот. Аэро. Ну, замечательно. И последний у нас ход. И последний у нас ход. Сделай-ка я вот такой вот бутерброд. Так, надо снэпнуть не могу. Не могу, друзья мои, снэпнуть. Так, что там по итогу? Кингпин. И Джиггернаут. Ну и все. Ну и все, друзья мои. Выиграли мы здесь. Слушай, ну вот это круто было, конечно, придумано, да? Взять, кинуть туда, где Кингпин стоит. И он мою карту просто уничтожает. От хлыща, супостат. Воу, 200 кредитов, thank you. Так, значит, мы что-то можем, наверное. Да, мы можем. А, я еще 50 кредитов не взял своих бесплатных. Эй, ребятушки, 200 бесплатных, ой, 200 50 бесплатных кредитов, пожалуйста, плиз. Опа, 6000. Это кто такая? Стоит один, если противник сбрасывал карту из своей руки в этой игре. Блин, 5-7, слушай, не кисло. Не кисло. Стоит единичку. Это на сбросах вообще топово, ребят. То есть против колоды на сбросах вообще заходит на ура. Но у меня столько кредитов, и никто не хочет прокачаться на срок. Ну ты-то уж должен был. Или Киллмонджер. Я вами играю здесь как не знаю кем. О, а давай. Я, кстати, Вунга хотел давно себе поставить в колоду вторым. И чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть буквально нам не хватает. Ладно. У нас задание дофига, кстати, сегодня.
Воу-воу-воу. Приличное количество, друзья мои, заданий. Так что сегодня, возможно, мы даже получим сундук коллекционера. Гарпун. Ну что, гарпунчик, давай посмотрим, чем ты сегодня нас будешь удивлять. Здесь нельзя разыграть карты на шестом ходу, значит, разыграем на первом. Оу. Колода на перемещениях, друзья. Ух ты, это что такое у нас? Блэк Видов. Так, при раскрытии добавляет карту укус вдовы в вашу руку. В руку вашего противника. Укус вдовы. Я даже не знаю, что это такое, но... Укус вдовы. Посмотрим. Перемещение, да, мне не нравится. Если вы разыгрываете здесь карту, уничтожает ее. Я не почитал, поставил сюда, ребят, карту. Ее уничтожат. В дребезги. Так, если вы разыгрываете здесь карту, добавляет копию на другую локацию. О? Как вариант. Но он сейчас тоже сюда может что-нибудь поставить. Мультиплеер. Так, укус вдовы. Так, это при перемещении. Да почему он первым-то ходит постоянно, а? Почему он первым? Он ходил до этого первым и опять первым ходит. Сфига ли? Мне, например, вот этого непонятно. Это все не срабатывает у него. И последний ход. Друзья, ну что тут? Тут только так, если делать. Снэпну. Но. Итак, что получается? А ничего хорошего у него не получается, ребят. У него не получилось разыграть. Или как-то у него по-дурацки вышло. Я бы этой колоды бы разрулил бы хорошо. Но не в его случае. В его случае получилось наипротивнейше. Гадко, мерзко, вообще не знаю, как это назвать. Фуфлыжно. Ну ладно, а мы продолжаем, ребята. Так, у нас 15... А, 430. Хм. Я обожаю, ребята, прокачивать карты. Давай-ка ниже спустимся. Опа. Опа. Давай, Джессика Джонс. Взлетаем. Ну, надеюсь. Да ё-моё, 600 жетонов коллекционера. Просто шваркнули, ребята. Просто взяли вот за морду, за волосы. И вот по земле, по грязному, вонючему асфальту вот лицом тебе. На, рыжуй, хрен тебе, а не карта. Будешь, блядь, 600 кредитов вот получать. Даже не кредитов, а очков там. Такое вот ощущение, знаешь. Шваркнули просто по полной. Так, находящиеся здесь карты без способности получают, понятно, плюс 3 к силе. Плюс 3 к силе. Ну, началось. Карта здесь получает 1 к силе. Так, что у нас она? Так, при раскрытии
Если последняя имеет постоянную способность и находится в игре, копирует ее текст. А стоит ли мне броню сюда ставить? Давай сюда поставим броню, фиг с ним. Он на камнях. А, забыл у него. Ха! Подожди, подожди. Подожди секунду, сейчас. Так. Клади здесь по карте. Угу. Так, плюс 3 к силе. Давай вот так вот. Что-то он камни эти не разыгрывает. Чё камни не разыгрывает свои, а? Ой-ой-ой, зачем я сюда поставил её, блин, при раскрытии? Вот здесь уже тупанул, друзья, я. Причем тупанул по полной программе. Подожди, а куда делся камень? Подожди, а куда камень-то делся? Что-то я не понял. Я не понял, куда делся камень этот. А, вот он. Опять, друзья, я опять тупанул. Знаете, в чем? Я поставил вот эту вот. Ну, это просто трешняк. Да тут надо сдаваться. Какого лешего я сюда вот две карты на этот... Я не знаю, то ли убирать мне этого пса уже из колоды. Сколько раз я на нем уже обламываюсь. Причем сам. Проигрываю чисто по своей глупости. Нахрена я послал? Я хотел, думал, убрать эти. Убрал способности. Ха, молодец. А как он камень убрал вот этот? Я так и не понял. Первый. Поставил его, бац, потом убрал. Когда поставил бестию или как там. Так, здесь нельзя разыграть карты такие-такие-такие-то. Ладно. Поставим сюда агента. Одну очку скинули, фиг с ним, ничего страшного. Так, а тут что у нас постоянно? Карта в вашей руке теперь стоит на один меньше, но не менее одного. Сера. Ну что он там? А, я жду главный. Так, ну у него там, судя по всему, крупные карты лежат. Превращается в новую локацию. Ну давай я морду сюда поставлю. Так, Колсон, да, агент? Колсон сколько у него стоит? 3. Да я, наверное, пока ничего не буду ставить. Вообще. Вообще ничего не буду ставить. А он, Колсон, что дает? Ага. В
Вот так вот, да, значит, ты? Ну, эту локу мы уже проиграли, вот эту вот. Джессика Джонс. Опять же, друзья мои, он будет ходить. 8, да, она будет? 8. У нас тут 7. Так, ну мы выигрываем. Мы должны выиграть. Замечательно. Просто великолепно. 2 балла получили, 1 балл отыграли за прошлую игру. Когда слетели. Когда я сдался. Ну, недоступно еще. Ладно, фиг с вами. Погнали дальше. Погнали наши вороны. Камден. Что еще за Камден? Если вы разыгрываете карту с базовой стоимостью 3 или 4, она перемещается сюда. Кравлер. Постоянно. Ваша карта с базовой стоимостью 4. Ага, понял. Но у меня нет четверка. Так что... Так что кури бамбук. Бамбуча. Я так вот сделаю. Перемещаемся сюда. Гоблина тут своего. Гоблина скинул. Идиота кусок. Просто взял и скинул мне гоблина. А мы сделаем. А мы сделаем вот так. Я не удивлюсь, если у него ход гоблин будет. Так, сейчас у меня переместится этот сюда. Угу. Проблема здесь немножко в другом, ребят. Так, 4-3. Блин, а если сюда перелетит? Давай сделаем вот так вот. И вот так вот. Если кравлера сюда... Нет! Нафига ты мне его сюда перекинул, а? Зачем ты мне сюда его перекинула? Так он проиграл. Он одну эту забил и все. И думает, что он теперь король. Не, так здесь это не работает, ребят. Это так здесь не работает. Так, давай. Ну, есть. Еще 200 кредитов сверху. Получите бустеры, возьмите карты.
получите... Подожди, подожди. Вот так вот я хочу сделать. В плане подключиться снова. Что тут, игра уже... Блин, зашибись. Так, на пятом ходу карты стоят на один меньше. Абсолютно нечего поставить. Абсолютно. Плюс один к стоимости. Давай так попробуем. Айсбокс. Нова. А карта здесь получает минус 2 к силе. Поехали. Мы ему блокируем просто. Мы ему просто все блокируем, получается. Так, это, по-моему, нет, не то. Не кроша. Так, теперь пошла тяжелая артиллерия. Так, Анжела, Акое и кто-то последний. Скорпион. Да, проиграл. Какое-то фуфло набрал, если честно. Ну просто фуфло, ребят. Я не знаю. Карты друг с другом вообще никак не связаны. То есть Скорпион, который понижает мне карты, Анжела, Бишоп, который у него прокачивается. У него должны быть тогда карты мелкие, легкие. А он набрал себе тяжей каких-то. И что он хотел на этом? Как он хотел выиграть? Я что-то не пойму немножко. Нету синергии абсолютно никакой не было. Да ладно, Вонг мне выпал. Санспота мы уничтожим, но если мне выпадет Киллмонджер. Я, кажется, понял, на ком он играет, на какой колоде. Первая сыгранная карта здесь, ага, уничтожается. Давай так сделаем. Так, мастер меча. Прикинь, два Вонга поставить. Так, мы ему Хэллу уничтожили. Прикинь, он сдался. Потому что Хэллу, я понял, он за счет Хэллы хотел тут разгуляться, а? Щенок. Но не тут-то было. Так, сезонный пропуск. Что нам дают? 100 кредитов. Так, итого у нас 580. Сейчас мы что-то прокачаем. И, по-моему, это будет Вонг. Мне что-то подсказывает, что это будет Вонг. Или же...
Мне бы на самом деле думал бы прокачать. Даже Халк может прокачаться. Ну, мы Халком уже давно не пользуемся, поэтому Халк как бы не актуален для меня вообще в плане прокачки. Давайте Тигрицу, наверное, тогда прокачаем. Подожди, подожди. Вот, мы можем... Да, наверное, вот это вот мы... Подожди секунду. Золотой рамочки. Тогда лучше вот, Джессику Джонс. Мы делаем дубль на Джессику. Так, так. Забираем 10 бустеров на Капитан Марвел. Вы издеваетесь? Вот они стали издеваться. Ну нафиг мне эти 300 твоих плешивых кредитов. 300 кредитов мы тебе выдали. Вау. Что-то я не понял, а что, в первый раз не сработало, что ли? Что это? Так, 50 кредитов плюс Мистерио. Повышайте коллекцию. Я повысил. Эть, чуть-чуть я хотел до следующего уровня. 100. А какая карта тогда у меня хочет еще прокачаться? Джессика, ты? Нет. Там, в принципе, не так уж и много, по-моему, у нас этих кредитов. 130. Как мне кто-то сказал, ищи, кто, типа, первого-второго ранга. Ребят, не всегда, иногда вот... А, Мистерио, наверное, хочет прокачаться. Мы же на него нашли бустеры с наибольшей силой. Не хочу. Метрополис монстров. Блейд. Ты прикинь, как ему повезло. Все карты здесь получают плюс 2 к силе после 5 хода. Морбиус. Значит, на сбросах. Он будет, ребят, на сбросах играть. Так, Дракула, коллектор. Постоянно, да? Давай-ка мы им тут все подпортим. Санспот. Давай сделаем так. Ну, смотрим, друзья. Либо-либо, как говорится. И все равно не вышло, да? И все равно не вышло. Ну, а мы получаем 13 уровень. Плюс выполнено еще 2 задания. Вот так вот. Ну что, давай, ребятушки, последний поединок сыграем на сегодня и будем уже потихонечку закругляться. Да, все 700 грамм.
Че 800 грамм? На третьем, четвертом, пятом ходах карты сюда добавлять нельзя. И у меня, как назло, нету ни единички, ни двоечки. Ты заметил, что морда вообще не выпадает мне? Ртуть. Карты здесь получают плюс один к силе. Опять же, ребята, никого поставить не могу. А нет, нет, морду. Ну, я сделаю, наверное, вот так вот. А что будет, если я сделаю вот так? Понятно, что ртуть мы уничтожим. А гусь что дает? Так, постоянно, никто не может разыгрывать карты, которые стоят 5-6, ага, на этой локации. Мбаку. Ага. Ну давай так. Шторм. Да. Ну что, последний ход, ребята? Он сейчас, скорее всего, да, все поставит. Кого мы сюда перетянем? Проиграл, проиграл, ребята. Я не могу понять, а почему здесь-то? Здесь 4 балла. С какого перепуга у него здесь 6-то стоит? А, ну да, 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 да. Мистер Фантастик же ему здесь двоечку поставил. Так, ребят, тогда это будет не последний поединок. Я на это не подписывался. На такой нелепый... На такой нелепый фейл. С каким-то мистер Вшивый Фантастик. Нет. Сейчас еще разочек сыграем. Сейчас мы еще разочек сыграем. Блин, да что тут за карты-то у меня хотят прокачаться? Ну... Мистерио, да, по-моему, я говорил, что, скорее всего, он хочет. Да. Давай, качайся. Трехмерочки становятся. Эх, еще бы два. Еще бы два балла и... Еще бы два балла, ребята, и мы смогли бы попытаться взять сундук коллекционера. Я надеюсь, там не будет этих долбанных кредитов. Так, Лидон. Лидон. Давай, Лидон. Пять к энергии. Оу, на этом ходу. Серьезно?
Начнем тогда с тяжелого. Ха-ха-ха. Песочника выставил. А чё он так радуется? Так, бестия. И нифига тут. Что сделать-то лучше? Как сделать? Может уничтожить этих белочек, а всех? Давай, наверное, я уничтожу всех этих никчемных белочек здесь. Что у них там за карта? Патриот. Патриот так патриот. Паучок. Просто мелкий вшивый паучок вылез. А я вот так сделаю. Блю Марвел. Так, при раскрытии. А этот постоянно, да? Будет ему сюрприз. Сюрприз. Ультрон. Прокачиваться-то не будут карты. А нет, прокачали, смотри. Мы выигрываем, ребят. По-моему, да? Да. Ультрон. Не помог ему вшивый Ультрон. Не помог. Ну что, друзья, а на этой ноте, пожалуй-ка, мы сегодня и закончим. С победным, как говорится. С победным духом. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.